Для зрителей объясняю. У нас три возрастных категории. От 5 лет до 8, от 8 до 12, от 13 до 18. И в каждой группе... Ну вот видите, как замечательно, что человек приносит не один приз, а два. И я с большим удовольствием приглашаю Павел Мантика. Мантика, кому? Я помогу вам. Фабио Мантика хочет от лично династии семьи Мантика вручить приз организаторам фестиваля государственной компании «Росгоссыл» в лице советника генерального директора компании «Росгоссыл» Анатолия Павловича Марчевского, народного артиста России. Возрастной группы. Звание лауреата третьей степени присуждается акробатической композиции «Поющие цветочки». Народный цирк «Фантазеры», город Конаково, Россия. Предвечает Ирина Шестова, Росгосцирк, заслуженный артист России.
классическому дуэту «Птицы». Вита Сорокина, Наталья Риченко, народный артист Барназёра Конакова, Россия. Приз вручает Ротан Брендер, Германия. Присуждается групповым жонглёром Оливер Крис. Омская цирковая студия под куполом цирка. Приз вручает Фабио Мантика, Италия. Заслуженный коллектив народного творчества «Цирковая студия «Арена» города Заречье». Приз вручает Валентина Савина. Наградная Кристина Деревья, пластичный ютюб с голубями. Народный цирк, город Луган.